Так, это у нас луна 11-го. Ноября 2020 года в Харькове 5:45 по Киеву. Но, пастор, мы здесь не за этим, как говорится в известном фильме. Сейчас мы пойдем смотреть на Меркурий. А луна у нас... для затравочки. Ну, вон Венера еще. Луна. Вот Венера. И у нас три в одном. Вот он, Меркурий. Крайне редко удается его снять. То облака, то его попросту не видно за сиянием солнца. Да, это настройки автоматические, поэтому засветка будет мощнейшая, но, по крайней мере, видно, что уже рассвет. Есть дубли, где я искусственно пониже яркость. Только что я снимал, было видно даже фазу Меркурия в предыдущем дубле. И сейчас, наверное, еще сниму. По мере того, как будет светлеть, света надо все меньше. Поставлю минимальное значение. Буду снимать Меркурий, наш замечательный. А ну вот на автоматических настройках объективная освещенность на улице сейчас и показывается. Так, и Венера будет сейчас просто и сияющей блямбой. Больше похоже на солнце при таких настройках, но просто снимаю нашу Троицу. Количественно, а не для того, чтобы порассматривать его. Ты видел? Ты же. Мне говорят, это не Венера. Ну, конечно, Венера. Просто при таких настройках светочувствительности она пересвечена. Хорошо. Поехали на Луне, остановимся и вернемся к третьему дублю. Луна, конечно, колоритная, мультяшная, анимешная, мимичная. Красивый какой кратер. Кратер с пиптиком. Ладно, с пиптиком. Что у нас? Да, мы же еще на смену надо. 5:50 по Киеву в Харькове.
11 ноября 2020 год. Давай к третьему дублю вернемся. На низких настройках.